Добрый день. Я представляю основные правила работы и возможности на площадке общественных консультаций по обсуждению выработки наиболее понятного и одобряемого текста концепции программы работы. Что представлено на площадке? Общая информация о проекте, подкасты проекта, в рамках которых ведется обсуждение цели и задачи, которые должен выполнять центр. Здесь они постоянно пополняются. Следующий раздел – это аналогичные центры за рубежом. Прежде всего, президентские центры и библиотеки в Соединенных Штатах Америки. Можно здесь прочитать информацию, обсудить ее, оставить собственные комментарии, замечания. Следующий раздел – это правила работы. Обратите внимание, это правила регистрации, правила публикации собственных версий и правила модерирования. А работа строится следующим образом. У нас есть два раздела. И в разделе концепции, и в разделе программы мы не столько обсуждаем, сколько предлагаем собственные редакции и собственные идеи о том, чем должен заниматься центр, какие мероприятия входят в его работу. А по каждому разделу можно войти в любой. А участники могут не только прочитать и обсудить, но могут предложить собственные редакции, как мы здесь видим. Например, интеграция содержания и пространства. Есть исходная версия. Если мы хотим, если она нам не нравится, то мы не только возражаем, но и создаем собственную версию документа. И она будет основана на том тексте, который в данный момент представлен. По всем разделам концепции аналогичны возможности работы. В разделе программы предложения по тем мероприятиям, которые могут проходить на базе центра. Ну, например, вот мы идем в культурно-просветительскую деятельность. Видим, что здесь у нас уже есть несколько предложений. Они оценены. Мы тоже можем принять участие в их оценке и комментировании. Еще важный момент, что могут быть не только мероприятия по данным направлениям, но участники могут предлагать свои собственные предложения, которые здесь публикуются. Вот, собственно, и все.